Всем привет! На протяжении 6 лет мы с вами искали талантливых певцов. За это время жизнь многих из них сильно изменилась. Кто-то начал записывать альбомы, выступать с сольными концертами, а кто-то даже ездит с гастролями по стране. Сейчас я сотрудничаю со многими талантливыми авторами, которым тоже зачастую очень непросто показать свое творчество народу. Я запускаю новый интернет-проект «Народный хит». Если вы пишете песни и хотите, чтобы их узнали и полюбили, присылайте мне на почту hit@mahor.ru. Раз в неделю я буду исполнять одну песню и выкладывать на своем канале. С помощью ваших лайков, просмотров и комментариев мы выберем песни, которые войдут в мой следующий альбом и прозвучат в 2020 году на моем большом сольном концерте в Москве. Авторы лучших песен получат денежные призы и возможность заявить о себе на всю страну. Жду ваших песен. Ярослав Сумишевский.